Сообщение о пожаре в доме номер 96 по улице Самарской к спасателям поступило в половине шестого вечера. Прибывшие подразделения определили, что в доме горит чердак. С огнем, который охватил более 300 квадратных метров, боролись 93 спасателя и 21 единица техники. Они не допустили распространения огня на соседние деревянные дома. Через два часа открытый огонь был ликвидирован, и пожарные приступили к проливке конструкции здания. На месте пожара было создано 4 боевых участка, работал 8 стволов курс 8, 8 звеньев ГДЗС, проложены 2 магистральных линии. Задействовано также 4 трехколенных лестницы и 1 автолестница. На момент пожара в доме находились 14 человек. Они были эвакуированы, никто не пострадал. Для жителей сразу организовали пункт обогрева в автобусе и пункт временного размещения. Жителям предложен пункт временного размещения на Ленинской 156. Все жители установлены, зарегистрированы, и с ним проводится работа. Также всем жителям сообщили о порядке получения материальной помощи после пожара и о возможности предоставления маневренного жилья, если это необходимо. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.